Сегодня. Сегодня какое число? 2 апреля. 28 градусов тепла. Буквально позавчера было прохладно. Было, наверное, градусов 9-10, а сегодня такая жара. Просто обалдеть. Немножко прогуляемся по Узунсокаку. Улица называется Узунсокак. Переводится как длинная улица. Ну, можно сказать, уже наступает весна. Наконец-то. А то в марте погода нас удивила, что в марте даже в Трабзоне выпал снег. Это что-то нонсенс какой-то. Такого еще никогда я не слышала и не видела. Но, к сожалению, такое бывает. Погода. Тут все Трабзонспорт, футболки, шарфики, красота. Резко переодеваемся из зимней одежды в летнюю. Не знаю, я в футболке иду, и мне даже жарко. Но, к сожалению, завтра будет дождь. И несколько дней подряд, по-моему, будет дождь. И температура опять упадет до 10-11 градусов, по-моему, будет. Так что сегодня 28, а завтра уже будет прохладно. Еще весь апрель будет прохладно. Такого тепла обычно и не бывает. Прямо чтобы раз, сразу и жарко. Такой жаркий день на улице. Все, кажется, все повыползали на улицу. Пройтись, прогуляться. А, самое интересное я забыла сказать. Сегодня первый день Рамазана. Ну, Рамадана, если по-русски сказать. Да, первый день бывает самый тяжелый для людей, кто держит уразу, уруч. Потом через несколько дней уже люди немножко привыкают и уже полегче. Сегодня первый день, 2 апреля. А завтра будет матч Трабзонспорт. Правда, я не знаю, здесь матч будет или нет. Насчет этого ничего не могу сказать. Ой, а здесь открылся новый магазин спортивный. И вот кто-то прислал цветочки. Вот эти венки, это поздравления с открытием. Такие венки присылают. Он, видимо, уже не первый день открылся, потому что цветочки уже вот подвяли. Так.
Ладно. In welcher Zeit soll ich das gemacht haben? Везде флаги. Флаги, флаги. А вон там какой огромный флаг повесили.